Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами Александр Сударев, и мы на строительной площадке, где возводится будущий БКТБ. Сегодня погода нам благоволит. Температура плюсовая, и это значит, что нет дня лучше для того, чтобы продолжить заливку межэтажных перекрытий. Мы с вами сейчас стоим на втором этаже административно-бытового корпуса, и весь тот объем площади, который вы видите за моей спиной, ну и передо мной, который вы тоже увидите, сегодня будет залит. Соответственно, работы будут проходить до позднего вечера, скажем так, до победного, до логического завершения. Причем, что характерно, сейчас наши доблестные строители подготавливают часть площади к заливке, производится паровая очистка. Также здесь вы можете наблюдать подключение прогрева. Ну и на передней части административно-бытового корпуса уже производится заливка и распределение бетона. Идет переподключение. Один миксер уже был вылит, ну, залит, скажем так. Сейчас подъехал новый. Также вы сейчас увидите, ребята продемонстрируют бетононасос, который установлен и подключен. Впрочем, работы предстоит много, но наши бригады уже с этим справлялись. Это было видно на фоне всех тех работ, которые мы продемонстрировали ранее вам. Поэтому задача не нова, и она будет успешно реализована. Также стоит отметить, что на строительной площадке производится достаточно большое количество работ, помимо того, что я озвучил ранее. А, ну и недалеко, отходя от кассы, в прошлом видео мы вам говорили о том, что была залита антресоль второго этажа, которая граничит с АБК. Но также и залиты антресоли второго этажа в задней части здания, но не все. Там еще тоже есть часть, которой предстоит залить. Впрочем, бетонных работ еще много, и вы сами скоро все увидите. Ну а теперь давайте переместимся в другую часть, где потише. Я надеюсь, что вам было меня слышно. И продолжим рассказ о том, что же происходит в Совалмаш. Поехали! Вторая точка обзора в сегодняшнем нашем с вами сюжете – это вид на противопожарный разрыв. Находимся мы с вами сейчас на втором этаже, точнее антресоли второго этажа с уже залитым бетонным перекрытием, которое мы демонстрировали вам ранее. Продолжается укладка пеноблоков, стена растет все выше и выше, уже совсем скоро доберется до третьего этажа, и работы по ней будут полностью завершены. Ну, вы уже можете видеть конструкцию, на которую строители используют для того, чтобы подвозить блоки. И вот, честно говоря, пока мы снимали бетон, пока наши операторы подготавливались к съемке, люди, которые занимались непосредственно кладкой, вы можете видеть, вот свежий шов, он еще не застыл, они ушли на обеденный перерыв. Поэтому, если удастся, то, возможно, мы сегодня еще покажем вам, как это работает. Пойдемте пока к следующей точке обзора, расскажем, что же делается еще. И вот мы переместились на третью точку нашего обзора. И надеюсь, вам хорошо видно то, что находится на заднем фоне, потому что мы снимаем из темноты и видим свет в конце окна ПКТБ. И что же происходит? Продолжается полным ходом монтаж ограждающих конструкций, а именно внутренней части стен. Сейчас вам ребята еще раз покажут, как сегодня выглядят ограждающие конструкции третьего этажа. А стоит отметить, что монтаж внутренней части стен на третьем этаже практически завершен. Это касается и производственной части здания, и складской. Сейчас это позволило открыть фронт работ и опуститься нашим строителям ниже. И представители компании «Астрон», соответственно, уже начали обшивку второго этажа. Вот, здравствуйте, Иван. Иван, скажите нам пару слов. Вот, уважаемые зрители, он всегда так делает. Поэтому запомните вот этого человека в лицо. Он отвечает за многие важные строительные процессы. Собственно, как видите, работ много. И бетон льют, и о противопожарной безопасности заботятся, и стены монтируются, и оборудование очень много приехало. Очень проводится много подготовительных работ, которые мы вам не можем продемонстрировать на камеру. Это и работы с документацией, это и какие-то работы скрытые, которые предшествуют открытию фронта для следующих задач, и так далее, и так далее, и так далее. Новый год прошел, праздники закончились, а темпы продолжают нарастать. Поэтому будем с вами надеяться на то, что уже скоро, а на самом деле время летит достаточно быстро,
И будем надеяться на то, что в конце года мы с вами уже увидим готовый ПКТБ. И следующий Новый год будем уже встречать в стенах этого здания. В стенах этого здания. Ну, спасибо за внимание. Продолжайте просмотр видео. Я думаю, что какие-то кадры сейчас еще будут появляться после завершения моей речи. Обязательно подписывайтесь на канал, рассказывайте о проекте всем, кому только сможете. И это очень сильно поможет его развитию. До новых встреч!